Карачай-Черкесии стартовал масштабный форум согласия, направленный на профилактику терроризма и экстремизма. Особое внимание уделили пропаганде в социальных сетях, где люди проводят большую часть времени. На открытии форума побывал Аслан Герюгов. Работа по профилактике терроризма и экстремизма в нашей республике проводится регулярно. Участие в форуме приняли муниципальные служащие, а также представители учебных заведений. Особое внимание уделили сети интернет, ведь злоумышленники охотно пользуются ею для привлечения новых людей в свои ряды. Мы разбирали определенные статьи Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, федеральные законы, которые касаются этой тематики, правоприменительную практику, да, насколько чисты, насколько чиста у нас статистика тех или иных случаев и на что непосредственно нужно обращать особое внимание. Вторая лекция, которая вот будет после официального торжественного открытия, будет посвящена непосредственно профилактическим мероприятиям. Мы будем разбирать то, что уже проходило, почему это плохо или почему это хорошо, некоторые форматы, какие форматы находят наибольший отклик среди молодежи. На торжественной части присутствовали представители духовенства. Они рассказали о том, какую работу они проводят для борьбы с экстремизмом. Ведь у многих людей сложился стереотип, что религия связана с экстремизмом. Помимо этого, в рамках образовательной программы участникам рассказали об основах антитеррористического законодательства. Речь также шла о том, как проводить профилактические работы. Обучение проводили ведущие эксперты в этом направлении из разных регионов страны. Также был организован интенсивный курс обучения с участием руководителя Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Нами был проанализирован весь пласт того, что происходит в социальных сетях. Были определены порядка, наверное, 30 направлений деструктивных течений, в которые так или иначе вовлекаются молодежь. Ну и уже из этих направлений нами были определены 5 основных – это те, на которые необходимо больше всего уделять внимание на сегодняшний день. Это те направления, из-за которых дети могут либо совершить какие-то негативные действия в отношении либо себя, либо в отношении окружающих. Полученные в рамках форума знания однозначно помогут в работе по работе с идеологией экстремизма. На данную проблему всегда будет обращено пристальное внимание, ведь проводя профилактические беседы сегодня, мы предотвращаем проблемы в будущем. Аслан Герюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Донбай.